Всех приветствую на канале Майер, где я делаю самоделки, делюсь лайфхаками. Но сегодня расскажу, значит, про переделку фонарей. Для этого вам понадобится старый корпус фонарика, желательно вот такие аккумуляторы, они имеют большую емкость и надежные. Также модуль зарядки, ну вот это у меня переделанный. Ссылка в описании, как я его переделал. Это обычный стандартный, заказывал на Али, ТП-4066 на 1 ампер, ну переделал на 2 ампера. Светодиоды, ну вот 10 ватт, 1 ватт. Можно их всяко-разно компоновать, подключать вот так вот последовательно, параллельно их включить между собой. Кнопка, ну и какой-то резистор, только ограничивающий. Что касается вот таких светодиодов, значит, параметры у него 3,6-3,7 вольта, итог питания 0,7-0,8 ампера. При этом он выдает мощность 3 ватта, но это понятно. Эти характеристики на каждый светодиод можно найти на сайте продавца, значит. И желательно их придерживаться. Хотя ничего страшного не будет, да, многие делают. Подключает вот этот светодиод к этому аккумулятору на 4,2, и они работают. Но только надо отвод тепла, при этом он будет сильно греться. Вот это все стандартные вещи, все это покупное, кроме вот этого резистора. Да? Где взять резистор низкоумный? Обычно радиолюбительские каналы предлагают онлайн-калькулятор посчитать под ваш источник, под вашу нагрузку. Но онлайн это неинтересно. И, во-первых, теория теория, а практика есть практика. Я вот на практике покажу, как подобрать легко и просто на самом деле. Реклама канала и смотрим, кому интересно. Окей, Google, Майер, дай. Вот два аккумулятора. Плата. Кнопка. Что мы делаем? Включаю. Видим, фонарь работает, все горит, все замечательно. В этой схеме не хватает вот такого резистора. Но давайте посмотрим, как подобрать нам резистор под эти параметры. Берем, отпаиваем от кнопки. Отпаяли. Теперь я беру вот такой вот многооборотный резистор на 1 Ом и на кнопку для удобства припаиваю дополнительный провод. Теперь в разрыв мы подключаем мультиметр. Ну вот у меня для удобства есть вот такое вот, такое клещ. И смотрим. Видим 0,72, как раз те параметры, которые нам нужны, 0,7 ампера. Теперь, после того, как мы выставили 0,7-0,8 ампера, теперь мы берем и это дело замеряем, сколько нам потенциометр дал сопротивление при этом токе. Видим где-то 1,2, 1,3 Ома. Так, пока это в сторону, сборочку. Сейчас экстренное сообщение нашего выпуска. Теперь я что предлагаю? Взять неисправный резистор. Так как у меня есть вейп, меня вот это и навело на мысль. В вейпе мы видим, ставятся койлы на 0,6, на 1 Ом. И значит, у меня вот таких сопротивлений куча. Я их не выкидываю, вот они в коробочке. Почему нет? Почему нет? Такая вот проволочка. Теперь, наконец, проволочки, так как паять невозможно клептон, ну так же, как и не хром. Мы туго. Какая-то бледина включилась.
медной проволокой. Вот, медной проволокой обмотали туго. Теперь все это надо дело залудить. И с обратной стороны также. Теперь просто берем и вот так вот наматываем. И в итоге у нас получается вот таким образом. Вот так получилось. Давайте замерим, значит, сопротивление данного резистора. Далее это все можно в термоусадку. Ну и вот, то, что доктор прописал, 1,3, 1,2 Ома. Теперь берем наш фонарик. И сюда впаиваем. На аккумуляторе сейчас 4 вольта. Теперь давайте посмотрим, включу, какой ток протекает. Видим 770 миллиампер. 0,7-0,8, то есть в те характеристики мы входим с помощью вот этого резистора самодельного. Вот так вот получилось, все супер. Не забывайте поделиться с друзьями. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч, друзья. Это был Майер. Спасибо. Ты заходи.